консоли. Понял. Вперед на забвение! Забвение. Последний космонавт на отшибе вселенной и место лучших сделок на черном рынке. И на удивление вкусной лапши. Глянуть бы на того, кто нашел ее и крикнул: «Ого, отрезанная голова гиганта целее сделала! Проделаем в ней дыры и будем жить!» Им нужна была мозговая ткань. Очень редкая, очень ценная. Рынок появился позже, как и лапша. Этому космо точно можно верить, Питер Квилл? Конечно, он ведь глава охраны. На забвении. Вероятно, он все время на связи с корпусом Нова. Поверьте, он еще поблагодарит за наводку. Что они там делают? Задумали аферу. Прощайте, выхвости! Так, Дракс, где ты хочешь предаться щедрым возлияниям? А ракета с Грутом правда ушли? Да. Похоже на то. Куда они пошли? Я не знаю, и подозреваю, Грызун не рассказал бы об этом. Он... Веди себя прилично, пока нас нет. Может, когда вернемся, попрошу Грута тебя искупать. Хоть вы еще здесь. Я не пропущу твою встречу с Космо. Ладно, так, поговорим с Космо, а потом хорошенько повеселимся. Думаешь, Космо нам поверит? Говорю же, мы давно знакомы, и он наверняка уже слышал о произошедшем. Мы просто подтвердим слухи. Может, он нас вознаградит. Не терпится увидеть работу. Будь я ракетой, где бы я была? Ты не он, вон туда ниже. С такими тяжестями ты спин подорвешь. А как же ракета и друг? В смысле, как же? Они ушли. Что мне делать? Искать их и умолять вернуться? Ты мог бы извиниться. Это твой совет? Извинению не обязательно быть искренним. А какой смысл? Ну, если мы его встретим, в чем я не уверен. Но если вдруг, тогда, может, и извинюсь. Ладно. Сообщим Космо о произошедшем, и потом у нас будет время подумать над тем, что делать с ракетой. Если ракета не вернется, нам нужно будет придумать, как избавиться от трекера Нова. Зачем? Мы еще не потратили незаконно полученное. Что я Мы можем выплатить штраф. И как нам найти Космо? Пойдем к его башне на дальнем конце рынка. Там его наблюдательный пункт. Приятно будет повидаться с Космо. Я даже по нему скучал. А как вы познакомились? Он тоже был пленником Читаури? Мы познакомились здесь, когда я был с опустошителями. Бесчестными ворами и убийцами. Они поступали правильно во время войны. И мерзавцы могут быть хорошими, когда это выгодно. Кто бы говорил? Скольких ты убил во время своего похода против Таноса? Наши дурные поступки остались позади.
Теперь мы хорошие. Парам, парам. Следите за своими вещами. У этих чудаков очень быстрые руки, знаете. А на Земле тоже были? Люди, утверждающие, что видят будущее, были. Я встречала таких на нескольких планетах. Извините, вы мне мешаете. Ваши планетарные чары. Никто не предсказал того, что сделал Танос. Безумный Титан заплатит за все, что он уничтожил. Гамора! Его больше нет. Эй! Мантис, что ты... У тебя те же суицидальные мысли? Что? Нет. Ха, и это та, что боялась работать в команде? Привет! Звездный рок? Или рок-звезда? Я Звездный Лорд. Точно, я забыла, какую из твоих версий видела. Ты уже сделал дело? На какое дело она ссылается? Я не знаю. Здравствуй, с тобой мы не встречались? Я... О, нет. Нет, нет, нет. Этого не... О, бедный. Нет, он лжет! В смысле... О, в меди. Там, где растут катати, попранное обещание дома будет исправлено. Запомни. Мантис, ты чего? О, эй, Гамора! Ты уже не так подавлена. Спасибо. Не бойся. Первый раз всегда так. Небесная Мадонна! О, вмять. Здрасте. Недопустимо вам быть здесь. Как раз-таки я там, где должна быть. Кажется. Нет. Да, здесь я и должна быть. Или должна была. Я именно должна. Стоп, вы здесь зачем? Вы опять покинули святилище. Это опасно. Идет брожение в галактике. А когда не бывает брожения в галактике? Ладно, ладно. Раз вы на меня так смотрите. Была рада повидаться, Гамора. Звездочет. Зеленый из люка. Пока-пока. Слушай, Гамора, вы с Мантис близки. Знакомы. Ясно. Ты уклончива женщина. Стоп. Женщина? Лучше ты меня еще не называл. Тебе не говорили, что ты как открытая книга? Но ведь в твердой обложке. Я про то, что Мантис кое-что говорит. Мантис много чего говорит. Обычно бред. И он сбывается. Жукоглазка странная. Я понимаю твое нежелание ее обсуждать.
Я отлучусь. Что произошло? Не выпытывай, Питер Квилл. Не ждите меня. Что это за дела? Эй, Дракс! Куда прешь, звездный лорд? Сам ты прешь, красный урод! Ты это видела? Гамора! Гамора! Значит, я иду к Космо-1. Надеюсь, Космо у себя. Мост закрыть. Туда. Что-то не похоже. Форма. Служба безопасности. Мы есть власть. Переулок. Ходи туда. Но мне очень нужно Космо. Космо не в башне. Он там, звездный лорд. Там. Стоп. Вы знаете мое имя? Ходи или сидеть в тюрьму. Выбирай. Совсем не стрёмно. Космо явно где-то здесь, в этом лабиринте из разлагающихся мозгов. Ладно, отыщу Космо и все. С командой потом разберусь. Если найду их. Ты боишься, Питер Квилл? Я непобедимый громила, и я бесстрашен. А вот ты точно сгинешь здесь. Кто здесь? Ненавижу лабиринты. Особенно внутри вонючего мозга. Так, приятель, спокойно. Спокойно. Я есть Грут. Хватит с ним любезничать. Рык, ворчание, шипение. Я так инфаркт схлопочу.
Но началось. Ух ты, кто попался. Куда прешь, звездный лорд? Что вонючий, грязный земнюк здесь забыл, Россон? Прячется, небось, Галик? Да, земнюки всегда прячутся. Все же знают, земняки щуплые. Хе, и аппетитные. Ну, на любителя. А может, мы любители? Ну, награда слаще. Эй, парни, вы случаем не знаете, как пройти в контору Космо? Меня терзает явное чувство, что вы ищете кого-то родом с Земли. Я понял вас, понял. Земляне все на одно лицо. Не то, что вы, парни, вас ни за что не спутаешь. Ну, к делу давай, земнюк. Дело такое. Я помогу найти того, кто действительно вам нужен. Земнюки и правда на одно лицо. У этого земнюка слово на спине. Как в ориентировке. Что за слово у тебя на спине? Люблю забвение. А может быть, звездный лорд? Да неважно. Держи его! Нам сказали навалять земнюку, у которого куртка с буквами. Мало ли кто ходит в куртках. Да, но леди Хелл велела пристукнуть именно тебя. Так сдох ты! Чёрт, она его живым или мёртвым ждёт.